В рамках проекта «100 школ» было отремонтировано 117 образовательных учреждений по всей республике. Перемены к лучшему произошли и в Хасавюртовском районе. Татурбей-Калинской средней школе 35 лет. Капитального ремонта за все эти годы в здании не было. В рамках проекта удалось заменить систему отопления, напольное покрытие, отремонтировать санузел. Кроме того, старый навес над входной дверью поменяли на новое крыльцо с пандусом. Наша школа, можно сказать, изменилась. Она стала очень красивой, светлой, опрятной. И спасибо им за то, что наши дети имеют возможность учиться в такой красивой школе уже с новым настроением. А в средней школе села Бабаюрт полностью заменили старые окна, дополнительно приобрели отопительный котел, обновили плитку в коридорах и всю систему отопления. Школьный санузел располагался на улице. В рамках проекта удалось оборудовать помещения внутри здания под санузлы и утеплить их. Мы знаем, что проект продолжается. В этом году мы определили 4 школ, нашли 4 меценатов и будем участвовать в этом проекте тоже дальше.